9 мая уже не за горами, поэтому самое время составлять план праздника. Очевидно, именно так подумали в правительстве и сразу же принялись за дело. Сегодня стало известно, где и как пройдут главные мероприятия в праздничный день. Одним из них будет митинг «Реквием», который пройдет в столице на площади Победы. Там же бишкекчане и гости столицы смогут посмотреть концертную программу и выставку военной техники советских времен. Нельзя не упомянуть и про акцию «Бессмертный полк». Для студентов и школьников проведут различные лекции с участием ветеранов. Мероприятия также пройдут и в регионах. Ветеранов, в свою очередь, порадуют дополнительным единовременным денежным пособием. Несколько дней назад на Украине прошли президентские выборы. С большим отрывом президентом стал актер и юморист Владимир Зеленский. Более 73% голосов было отдано за него. Главы государств многих стран уже поздравили его с победой. Президент нашей страны Сооронбай Жээнбеков только сегодня поздравил нового президента. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Наш президент в поздравительной телеграмме отметил, что он не сомневается в дальнейшем развитии отношений Кыргызстана и Украины. Сооронбай Жээнбеков пожелал Зеленскому крепкого здоровья и успехов в дальнейшей государственной деятельности, а народу Украины – мира и процветания. Еще в марте этого года премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев пообещал, что второй этап безопасного города начнет свою работу до 20 апреля. Однако уже 26-е, а проект еще не заработал. Вся причина в том, что государственные органы до сих пор не согласовали перекрестки. Как сообщил Государственный комитет информационных технологий и связей, тендер могут объявить только после утверждения всех вопросов. Во втором этапе планируется установить 314 аппаратно-программных комплексов.